Теперь слушатели школы особого назначения. Образование высшее, инженерный факультет сельскохозяйственной академии. Опыт руководящей работы. Организатор, актер и режиссер. Следующие 8 месяцев вы будете находиться здесь. Разведка ищет друзей, контрразведка врагов. Вы будете искать друзей. Каждый ваш промах может послужить основанием для подозрений. Тот ли вы человек, за которого вы себя выдаете? Если ты даже на один день ошибся. С этого момента об этой операции знают только трое. А где все работающие в этом кабинете находятся здесь? Я должен поверить, что каждый из них это предатель и шпион? Руководство не доверяет нам, старикам, поэтому вам, новым сотрудникам, лучше держаться от нас подальше. Ваши документы. Вы что, передали посылку? У меня был прямой приказ. Сколько вы уже отправили докладов наверх о том, что немцы скоро на нас нападут? Не знаю, не считал. С сегодняшнего дня вы и новые руководители разведки. Начальник разведки. Премьера многосерийного фильма с 18 апреля на Первом.